Беседа 90. 882. 28.11. Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Для воинов произошло землетрясение, чтобы их устрашить, и чтобы они были, могли быть свидетелями. Это и случилось. Рассказ стражей об этом происшествии немало не был подозрителен, потому что одни из знамений были видны во всей вселенной, другие часто были показаны находящимся при гробе. Знамением для всей вселенной была тьма, а частным знамением было явление ангела и землетрясение. Итак, когда они пришли и возвестили воскресение, а истина и в устах врагов ее светит, то они дали им серебряники, чтобы сказали, что ученики его, придя ночью, украли. Как украли? О, безумные! Так истина ясна и очевидна, что они не умеют и солгать. Их слова совершенно невероятны, и ложь не имела никакого правдоподобия. Скажите, каким образом ученики украли его, эти бедные и простые люди, которые не смели даже показаться? Да и не была ли на гробе положена печать? Не охранялся ли гроб со всех сторон стражей, воинов и иудеев? Не подозревали ли они того же самого, не беспокоились ли, не бдели ли, не заботились ли? Да и для чего украсть им? Для того ли, чтобы выдумать учение о воскресении? Но как бы пришло на мысль выдумать что-нибудь подобное людям, которые любили жить в неизвестности? Да и как они отвалили камень утвержденный? Как укрылись от такого множества? Пусть они презирали смерть, но напрасно и без цели, конечно, не отважились бы на такую опасность, когда столько было стражей. А что они боязливы были, это показывает прежние их поступки. Так, когда Христос был взят при них, то они все разбежались. Если же они не смели противостоять и в то время, когда видели его живым, то как они могли не устрашиться множества воинов по смерти его? Не нужно ли было разломать дверь? Можно ли было это сделать тайно, даже одному? Камень был привален большой. Для отваления его нужно было много рук. И так они справедливо говорили: «Этот последний обман будет хуже первого». Это сказали они сами против себя, им бы нужно было принести раскаяние в своем безумии, а они к прежним приплетают новые смешные вымыслы. Они купили кровь его, когда он был жив, а по его распятии и воскресении опять деньгами же стараются подорвать истину воскресения. Смотри же, как они уловляются со всех сторон своими собственными поступками. Если бы они не приходили к Пилату, если бы не просили стражи, то еще могли бы таким образом бесстыдствовать. Теперь же напротив. Они все так делали, как будто старались заградить свои уста. Если ученики не могли бодрствовать с Иисусом, несмотря и на то, что Он даже укорял их в том, то откуда теперь получили такую бодрость? Да и почему они не украли раньше, но тогда, когда пришли вы? Если бы они хотели это сделать, то сделали бы в первую ночь, когда при гробе еще не было стражи. Тогда это было бы нисколько не затруднительно и совершенно безопасно. Только в субботу ведь иудеи пришли к Пилату просить стражу, и начали стеречь в первую же ночь, никто не стерег, и при гробе стражи не было. Далее, что значит и плат со смирною? Петр видел, что он там лежал. Если бы ученики хотели украсть, то они ногой бы украли тело не потому только, чтобы тем не нанести бесчестие, но и потому, чтобы, занимаясь раздеванием, не разбудить тех, которые могли встать и схватить их. А снять одежду с тела было трудно и требовалось на это много времени, потому что смирно прилипает к телу и одежде, как клейкое вещество. Таким образом, и отсюда очевидна невероятность похищения. Уже ли они не знали неистовства иудеев и того, что этим они обратят на себя гнев их? Да и какая была бы польза им, если бы Христос не воскрес?
Иудеи сами сознали, что они все это выдумали, когда дали серебро и сказали: «Скажите, что когда вы спали, они украли, а мы убедим и Идимона». Напрасно борясь против истины, они хотели везде распространить эту молву. Но тем самым, чем старались помрачить ее, против воли способствовали ее воссиянию. Самые слова их, что ученики украли, подтверждает воскресение. Они согласны, что тела там не было. Если же они сознаются, что тела там не было, а лживость и невероятность похищения доказывается присутствием стражи при гробе, знамениями и боязливостью учеников, то отсюда открывается непреложное доказательство воскресения. И однако ж они с бесстыдством дерзают на все, тогда как все заграждает им уста и говорят: «Скажите, и мы убедим и начальствующих». Видишь ли, как все сговорены на их сторону, и Пилат, его хотели утолить, и воины, и народ иудейский. Но не удивляйся, что деньги победили воинов. Когда они показали такую силу над учеником, то тем более над ними. И пронеслось это слово даже до сего дня. Смотри опять, какую любовь к истине показывают ученики. Как они не стыдятся сказать того, что о них разнесся такой слух. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. Это, мне кажется, было то последнее его явление в Галилее, когда он послал их с повелением крестить. Если же некоторые усомнились, то и в этом случае подивись их любви к истине, как они не скрывали своих погрешностей даже в последние дни с ними случившихся. Впрочем, и эти некоторые были утверждены явлением. Что же он сказал, явившись им? И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Опять говорит с ней по-человечески, так как они не прияли еще Духа Святого, который бы сделал их возвышеннее. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь».